Нет, Саша, я про... Какая еще Саша Грей? Без Саши Грей, пожалуйста, если можно. Это Грей? Вау. Просто два мира, две вселенные столкнулись, и такое ощущение, и все. Ладно, все. Да, тут у нас разговоры, конечно, лютые. Да, я знаю, что он уфимец. А ты, кстати, откуда вообще? А, ты с Уфы? У меня лучшая подруга там учится. Да. Нет, она учится в Институте культуры. Мы все музыканты, поэтому все разбрелись по музыкальным учреждениям. О, Саша вернулся. Саша, ты знаешь, что куда-то камни 3.5 твоя одногодка? Знаешь? Или не знаешь? Зачем? Не надо. Я жду, чтобы она ко мне сама приехала. Хотя мы только неделю назад с ней расстались, опять можно сказать. Вот. Не надо меня встречать. Меня не поймет потом человек мой. Вот. Зачем, Саша? Все же хорошо было. Ты чего сегодня такой? Что вы два таких, а? Вы как будто на одной волне, но в то же время вообще не на одной волне. Надо быть добрее. Вообще-то. Дураки. Нельзя так себя вести. Эй, что вы друг друга обижаете? Наоборот, нежелательно прыгать с балкона. Кого? Нет, я не Айгуль. Вообще не Айгуль. Вы чего? Друг друга обижаете. Хватит друг друга обижать. Так нельзя. Это что такое? Надо быть добрее. Эй, ну все, не нравится такое общение, это жестоко, слишком.
Перестаньте, вот, пожалуйста. Оно того не стоит. Не обижайте друг друга. Пожалуйста. Все. Что вы меня не слышите? Большая все продажа, скидки до 90%. Мне не нравятся ускоренные песни почему-то. Но это сейчас модно. Эй, пожалуйста, хватит. Эй, это что такое? Нормально, можно общаться, пожалуйста? Хватит обижать друг друга. Спасибо, Амир, большое. Приятно такое слышать. Хорошо. Вот, молодец. Что-то холодно дома стало, да? Так говорю, как будто вы же со мной прям дома находитесь. Просто говорю, что дома холодно как-то стало.